Высокая грузоподъемность, прочность и долговечность – так характеризует свою новую спецтехнику представитель регионального оператора по обращению с ТКО. Организация приобрела 5 машин – круговые погрузчики, оптимизированные к тяжелым условиям эксплуатации, а также мусоровоз, который может за один рейс вывести от 12 до 18 тонн твердых коммунальных отходов. Мы заинтересованы в том, чтобы наша область становилась чище, наш город становился краше. Да, и для этого мы делаем все возможное, прикладываем максимальные усилия, в том числе путем приобретения новой современной техники, которая помогает в работе. В дороге такая техника проводит от 8 до 12 часов в день. Поэтому при покупке учитывали такой фактор, как комфортные условия для водителей. Кабины оборудованы с учетом всех современных требований. И легче, и комфортнее, и действительно ты не устаешь, тут и сиденье удобное, то есть ни спина не болит, ни что. Сейчас в Самарской области вывозят твердые коммунальные отходы около 600 единиц спецтехники. На данный момент региональным операторам уже приобретены 35 новых машин. В планах максимально обновить парк. Дарья Зотова, Алексей Вельмискин, Новости губернии.